Дорогие друзья, братья, сестры, жители Киева, Украины, для меня очень приятно пригласить вас и сказать, что мы имеем хорошие, благословенные события у нас в Киеве. Будет совершаться национальная молитва за Украину. Вы знаете, что Украина находится сейчас в особом таком положении. И кто не как мы, христиане, мы, верующие, а Украина представляет большое-большое количество верующих людей, объединиться в молитве, усердной молитве за Украину. Библия говорит, много может усиленная молитва праведного. И вот если мы усилим эту молитву, объединимся в молитве, я верю, что произойдут большие изменения в Украине. Поэтому давайте объединимся в том, что мы нуждаемся в этом исцелении Божьем, и Господь может совершить это совершенно другим путем, чем мы думаем. Поэтому, когда мы молимся, мы доверяем тогда Господу, а Он управитель всем миром, Он управитель наших сердец, и я верю, что среди тысячи молитв, которые будут возноситься в этот день, найдутся те праведные, которые Господь услышит. Я верю, что по молитве Господь совершит очень многое. Библия говорит, Илья был человек подобен нам. Молитвой помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И снова молитвой помолился, и небо дало дождь, и земля плод свой. Давайте вместе помолимся за Украину, за благословение Украины, за исцеление раненых сердец. Божьих благословений вам!